человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Антон Палч Чехов. Здравствуйте, я Михаил Сафронов, и это программа «Дорогие мои земляки». В ней мы рассказываем о жирновчанах, людях хороших и разных, интересных и достойных. Сам я по себе человек сугубо гражданский, не технарь, а наоборот. И хоть когда-то служил в пехоте и шел в атаку вот за таким танком, только в последнее время я узнал, что это танк марки Т-54. Наш герой, герой сегодняшней передачи, когда служил на Дальнем Востоке, знал его как свои пять пальцев. Затем был его любимый Т-62, это была уже Польша, затем много другой техники. В нашем районе его знают прежде всего как бывшего военного комиссара Жирновского района, затем председателя районного совета ветеранов. Человек увлеченный, многогранный, он художник, он пишет стихи, он профессиональный рыболов и грибной охотник. Наш сегодняшний рассказ о Василии Владимировиче Малолетенко, подполковнике в отставке, ветеране воинской службы. Наша сегодняшняя передача посвящается ему и всем тем, чей долг и чья профессия родину защищать. Сколько помнит себя подполковник в отставке Василий Владимирович Малолетенко, с 1978 года прошлого века, после окончания Ульяновского гвардейского высшего танкового командного, дважды краснознаменного училища имени Ленина, свою парадную форму офицера Советской Армии он обязательно надевает 9 мая в День Победы и 23 февраля в День Защитника Отечества, который, как и многие свои соратники, отмечает как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 28 лет из своих неполных 53 он отдал военной службе. Годы наложили свой отпечаток на виски, рассыпав по ним седые волосы, на погоны, где загорались очередные звездочки. Он никогда не менял своих взглядов, убеждений, преданности идеалам социализма. И в Ульяновск-то поехал поступать и потому, что этот город был родиной Ленина. Отец Василия мечтал, чтобы он служил где-нибудь недалеко от Жирновска. И только много-много лет спустя слова Владимира Ефимовича окажутся пророческими. К его военным наградам за заслуги перед Советской Армией, за безупречную службу в российских вооруженных силах, национальным наградам иностранных армий, Монголии, Кубы, прибавились медали уже на мирной службе. Последняя, которую он получил 15 августа 2009 года, была в честь 20-летия вывода советских войск из Республики Афганистан. Ну, не вижу ветеран труда. Нет еще? Я не ветеран труда. Ветеран труда она мне присваивается. У меня звание ветеран вооруженных сил. Смотрим снимки из единственного сохранившегося в доме альбома. Все остальные фотографии остались в Одессе, откуда семья спешно переезжала в Жирновск, на родину. Вот он с родителями. Владимир Ефимович Малолетенко, Мария Васильевна в девичестве Трусова. А это на нас смотрит бравый курсант. А вот лейтенант-танкист, отличник боевой, политической подготовки. А это уже Луганск. Молодожены здесь возлагают цветы в день свадьбы гусеницам боевой машины. Ну, а это Одесса. Здесь прожиты лучшие годы. Здесь Василий встретил свою любовь. Здесь родились дети. Воспитанные в семье военного, на уважении и почитании старших, они сегодня уже сами идут по жизни, следуя примеру своих родителей. Дедушка, а ведь это ты в который раз спрашивает деда Васю, семилетняя внучка Елизавета, шустрая девчушка со светлыми волосами и пытливыми глазами. Ее назвали в честь прабабушки Елизаветы Михайловны. Кстати, сказать, и самого Василия родители назвали именем деда Василия Ивановича, участника Великой Отечественной войны. Внучка, видишь, покажи, где твоя баба? Вот баба Елизавета, в честь ее ты названа. Какой у тебя дедушка? Хороший. Больше, чем достаточно. В 1995 году, вырвавшись с Украины, где Василий Малолетенко преподавал огневую подготовку в военном училище, он вместе с женой и тремя маленькими детьми переезжает в Жирновск. Мы одесситы, мы из Одессы. Здрасте.
Со временем, как многодетный, администрация Жирновского района выделяет семье трехкомнатную квартиру. По прошествии времени Малолетенко переезжают ближе к земле, в дом по улице Чкалова, в Куракино. С тех пор имя Валерия Павловича Чкалова каждый день напоминает боевому подполковнику танковых войск о несбывшейся мечте стать военным летчиком. Воистину, как у классика, рожденный ползать, летать не может, не в обиду. В этом доме и собралась вся семья за праздничным столом. Надежда Ивановна, жена, 28 лет вместе. Все трое детей родились в Одессе. Олеся, Анастасия, Владимир. Внуки местные. Александр давно примеряет дедову фуражку с кокардой. В перспективе он курсант Суворовского училища, уже говорит, буду танкистом. В 2006 году на юбилей серебряной свадьбы Василий подарил своей жене стихотворение, а в ее лице оно получилось посвящением всей своей семье, ее лирическим талисманом. Я повстречал тебя случайно, была ты юною совсем, и в сердце имя простучало, что нам с Надеждой насовсем. Как быстро годы пролетели, уж дети взрослые совсем. И звонкий смех внучат по дому, на радость деду, бабе, всем. Идем по жизни четверть века, грустить нам незачем совсем. Надежда дарит нам надежду, и с нами дети насовсем. Как он вас обворожил? Я работала в воинской части, официанткой. Я обслуживала офицеров, только офицеров, офицерский состав. И там познакомились. Записочки, потом встречи. Вы знаете, я проработала в военторге. Раньше военторг был 8 лет, так что я военных знала от и до. Так что мне было с ним легко. Не было трудно, так что трудность какая была. В доме есть распределение обязанностей? Кто старший, кто главный, кто за что отвечает? Хозяин. Ну, мы придерживаемся, так сказать, в принципе, равноправия. Я... Домашние такие в дела, чисто, как говорят, их можно характеризовать женские дела, я не влазю. Но иногда мне нравится, например, приготовить какое-то блюдо свое, которое я готовлю даже лучше, чем жена. Например, уху варю лучше. Могу, например, сделать, как это называется, овощное, да? Овощное рагу тоже могу сделать неплохо, даже, может быть, где-то лучше. Вот. А так я считаю, что все-таки у меня достаточно женщин в доме сейчас для того, чтобы не вмешиваться в какие-то дела хозяйские, которые присущи женщинам. Я очень любил, знаете, школу, любил учиться, любил математику, вот, любил другие предметы сродственные, геометрия. Вот. Но почему-то, по, так сказать, по пути... более глубокому пути, более такому, вот этих точных наук я не пошел. Хотя, будучи преподавателем уже, преподавателем, старшим преподавателем на кафедре огневой подготовки в высшем военно-учебном заведении, мне математика, физика, геометрия очень пригодились. Очень пригодились. И я за это очень благодарен учителям, которые дали мне хорошее, так сказать, образование. Помимо родителей, конечно, я благодарен своим учителям. Это прежде всего первая моя учительница, Варко Лидия Михайловна. Это мои классные руководители в дальнейшем, Арестова Татьяна Ивановна. Это Гугучкина Александра Ивановна. Это мои учителя, которых я никогда не забываю. И те, кто и двойки мне ставил, было такое, хотя я считался до 8 класса отличником. Но что, срывы всегда бывало. Это и Ляткин Иван Григорьевич. Вот. И Власов Николай Иванович, наш был кумир, не только мой, наверное, а и всех мальчишек, преподаватель физкультуры. И военный руководитель. Наверное. И военный руководитель. Тот, который, так сказать, мне вот предначертал эту мою военную дорогу в перспективе, это Иванов Василий Васильевич, так? По-моему, Иванов, да, да, фамилия, да, не ошибаюсь, Иванов Василий Васильевич. Это и моя первая, так сказать, и пионер-вожатая, можно ее так назвать. Ныне она тоже у меня, можно сказать, начальником является, Бородая Лидия Федоровна.
Вместе мы с ней депутатствуем в Совете городского поселения. Ну, Иван Иванович Симеонов, наверное, да? Да, 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 да. Это, конечно, и Володин Михаил Иванович, Царство Небесное. Это и ваш отец, Михаил Юрьевич, Юрий Петрович Сафронов. Это и Раиса Ивановна Нетеса, с которой у нас, так сказать, много мы соли вместе с ней съели не один пуд, решая вопросы как городской, так и районной ветеранских организаций. Наш зритель понимает, что эта передача идет не в прямом эфире, а посему часть съемок мы делали заранее. Так, к первой учительнице Василия Малолетенко мы пришли как раз в день Святого Валентина. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Здравствуй, Василий. Разрешите поздравить вас с прошедшим днем Святого Валентина. И как ваш ученик, один из первых ваших учеников в начальный класс, признаться вам в любви как первой учительнице. Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Помните, каким он парнем был? Да. Помнит. Да. Третья школа открылась. 8 сентября. Мы не смогли войти 1 сентября. И вот я пришла, новая учительница, и у меня ученик в классе. Вот Малолетенко Василий Владимирович. Он был очень скромным учеником, тихеньким, не хулиганил и не старался, как сказать, очень так выделиться. Вот. Но прошел месяц, он подходит и говорит: «Лидия Михайловна, вот они учатся хорошо, они детсадовские, а я ведь за месяц научился читать, писать и решать». Помнишь ты эти слова? Да. Я ничего не умел, когда шел. Да. Я говорю, домашний. Но я, знаете, как буду стараться? А ты дальше знаешь, что ты сказал? Не помнишь? Нет. Я хочу получить золотую медаль. Я это запомнил. Мечта не сбылась. Мечта не сбылась, но все-таки ты вышел в люди, в хорошие люди. Хороший ты человек. Да, спасибо, Лидия Михайловна. Большую долю труда вложили вы в меня в этом направлении. И знаете что? Он мне 2 дня читал стихи на 2 праздниках. И я вспомнила. Ты знаешь, что ты писал хорошо, вот предложение составить, рассказик там. Да. Один раз намалевал мне столько, надо было 5 предложений, а он мне 4 страницы. Сочинение имеет в виду, Лидия Михайловна, да, как я писал. Да. А мне нравилось. Мне нравилось излагать классе. Свои мысли. Тогда учились 4 года. Вот это был мой выпуск. Был наш класс спортивный. Ну, как сказать, не в самом деле, а мы ходили на каток. Ты ходил с нами? Да. Да. Завсегдатаем была вот. Катка наша. И я, и мой сын там встречи, да, место встречи всех нас там да, было на этом да. катке. Вот. И даже мы давали открытый урок директорам. Не знаю, зачем это нужно было директоров-то учить, всех школ района. И мы показывали класс, работу класса, умывались там, говорили стихи, вот там физкультуру, утреннюю зарядку. Вот так, да. Такой у нас был класс хороший. И с тех пор вы оба ничуть не изменились. Да. Да. Я, может быть, действительно изменился, но Лидия Михайловна, вот она ничего знаете, не меняется, по-моему, Вася, для меня. Ты тоже хорошо выглядишь и да? стройный, спасибо, настоящий офицер. Так да. точно. Родительский дом, где прошло раннее детство Василия и его старшей сестры Любови, Наталья младшая родилась на Сахалине, прошло на крутом берегу Медведицы между Малым и Большим мостом. Отец Владимир Ефимович работал в бурении, добрый, с покладистым характером. Мать Мария Васильевна, коренная жерновчанка, характер у нее был твердый, решительный. Фамилии Малолетенко Ильи Ефимовича, Владимира Ефимовича, Михаила Васильевича Трусова в среде буровиков-нефтяников в те годы были известные. Оба дяди Василия были участниками.